старые, полные, сухопарые, малыши и их родители, родня, друзья и остальные песенные любители. Всем наше почтение! Начинаем представление. Широко ты, мала дошка,
Тихонову Михаиле. Уж так его хвалили, так хвалили. Надо позвать этого Мишку с гармошкой под мышку. Мишка, выходи играть, вечную стену подпирать. Самарского. Сама собой заиграю, где мои шашнасы.
под ваши бурные аплодисменты. А я бы хотел поздравить от всей души любимый мой ансамбль «Поверье», моих однокурсниц, девчонок. Я очень рад, что сегодня смог выступить с ними впервые за 10 лет. Хочу пожелать девчонкам благополучия, здоровья, новых творческих проектов, успехов, и чтобы у них всегда были такие аншлаги в любом зале. Засияло красное солнце, молодое, озорное, под названием «Веретенце». Встречайте! Thank you.
Солнце, и мы награждаем их дипломом. Спасибо, Солнце. А продолжит наш концерт Олег Шутин. Спасибо.
Высокая малина травою поросла, молоденькая девчонка сгубила молодца. Молоденькая девчонка сгубила молодца. Володя, ты, Володя, мой миленький дружок, пойдем, пойдем, Володя, вишневенький садок. Пойдем, пойдем, Володя, вишневенький садок. Там пташки канарейки так жалобно поют, а нам с тобой, Володя, разлуку придают. А нам с тобой, Володя, разлуку придают. Разлука ты, разлука чужая сторона, никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна. Никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна. Никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна. А только нас разлучит сырая мать-земля. А только нас разлучит сырая мать-земля. Зачем нам разлучаться, зачем в разлуке жить? Не лучше бы венчаться, друг другом дорожить. Не лучше бы венчаться, друг другом дорожить. Thank you.
Роман Ломов также представляются к вручению дипломов. Начнем мы не с русского произведения, а исполним греческое, чтобы все видели, до чего иногда доходят занятия русской культурой. Греческий танец «Сикине». Thank you.
Спасибо. Yeah.
африканским и восточным. И в том им помогут своим вселенским звуком джамбе с дудуком. Анна, ну, Елена, она джамбе, Руслан. Давайте их поприветствуем. А будем исполнять курскую песню «Да по улице» в распевии фольклорного ансамбля. Поехали. Mm-hmm.
с Брянской земли, из экспедиции нашей. Необычно для брянской традиции, которую мы любим и знаем, но мы соединили этот городской романс с аргентинской музыкой, а точнее с музыкой Астора Пьяццолла «Либер танго». Сказать, что я сирота.
нашей мужской группой. Давайте их встретим. Пока в акустику, а потом с электричеством.
замечательный ансамбль «Поверье». Вот знаете, я недавно в интернете видел такую картинку. Там на ней было написано так, вот сравнение «успешные люди» и «неуспешные люди». И вот основная черта успешных людей – это умение делиться. Вот. И вот ансамбль «Поверье» этому абсолютно соответствует. Вот как-то несколько лет назад дали нам замечательную песню, которую вот призвали замечательно у нас в ансамбле. За что вам спасибо. А гитару вы видите на сцену, пожалуйста, у меня? Палочку можно тише. Спасибо. Ну, сейчас попоем две премьеры. У нас сегодня мы решили, что вот в таком замечательном фестивале нужно спеть две новых песни. Вот одна песня называется «Проулочки». Вот ее написал Виталий Матюхин. Вот. А следующая песня будет называться «Степь». По знакомым по проулочкам пройду. Следующая песня уж точно премьера, которая сегодня прозвучит впервые с этой сцены. Вот, написал ее Юрий Капля. Вот. Называется «Степь моя». Thank you.
Друзья, пользуясь, как говорится, 2 декабря Фонд славянской письменности метро Новокузнецкая. Добро пожаловать на концерт. Идем. А теперь поведаю вам всем, что значит партизан ФМ. Ну, с партизанами все ясно, кажется. Они в подполье всю жизнь. А вот что такое ФМ? Я думал, фискальные мужики, а оказалось, феноменальные музыканты! Встречайте бурными аплодисментами!
Здравствуйте, друзья. Сейчас мы разберемся с микрофонами немножко. Ну что, девчонки уже убежали, мы хотели их поздравить от всей нашей партизанской души, поздравить с этим замечательным праздником, с юбилеем. 10 лет — это только начало. Так что, девчонки, вам здоровья, процветания, растите большие. Десять страниц.
Иван, у нас что-то с сигналом тупит. Сейчас мы исправим это. Ну а пока мы ждем, пока найдется сигнал, мы для вас подготовили еще очень нашу любимую песню. Ее знают все. И называется она «Частушки под драку». Друзья, здесь хоть места мало, но я знаю, что есть много желающих, кто может потанцевать, кто может зажечь. Давайте мы уже начнем потихонечку. И спеть вместе! Кто самый смелый, может вот сюда на авансцену выходить. Вот лишнее доказательство того, что фольклор не терпит никакой аппаратуры. Заказывали, нет? Поломаться хочется, а по правде вам сказать, и подраться хочется. Да уходите, будем биться, нам в соках и липу.
Замечательный праздник. Давайте встречаться так, как можно чаще. Обязательно! Слушайте русские песни, пойте их, учите этому своих детей. Потому что наши дети – это наше будущее. Группа «Партизан ФМ» с праздником поверья! И торжественным дипломом награждается группа выгонят, поэтому давайте досмотрим все номера до конца. Все-таки вы знаете, кто такое плотный график клуба Козлова. Поэтому там вечернее мероприятие не за горами. А мы приглашаем на сцену наших друзей и продолжаем наш концерт, юбилейный фестиваль. Просили пока не объявлять. Секрет, наверное. Уважаемый первый ряд и детки, мы предлагаем вам потанцевать где-то, потому что все-таки очень опасно будет шашки, поэтому давайте вместе стульчиками на время переместимся вправо и влево. А можно просто убрать стульчики и танцевать. Вы согласны? Да. Давайте. Уже начнем, вот здесь оформим танцплощадку. И прям стульчиками уходим и приходим без них. Хорошо? Извините за паузу, но все-таки у нас фестиваль, и фестиваль без общения с публикой. И то. Можно пересесть, я вижу там свободные места, вот, на третьем-четвертом ряду. Кто танцевать не хочет, пересаживайтесь туда. А кто уже созрел, то не сдерживайте себя. Thank you.
Казак с шашкой прекрасен, но, конечно, и опасен. Все это понятно. И вот мы без обиняков, как видите, пригласили казаков. Ни донских, ни гребенских, ни кубанских, а каких? А вот таковских, исконно московских. Московский казачий хор непревзойденный до сих пор. Это наше любимое поверье. И для поздравительного слова вызывается руководитель Московского казачьего хора Вениамин Новоточнов. Прошу. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые зрители. Нам очень приятно присутствовать на дне рождения такого замечательного коллектива. Тем более, многие из нас были свидетелями зарождения и творческого становления ансамбля поверья. И мне вспомнилась история. Много лет назад Юлия Алакина, тогда она еще была Яковлева, рассказала мне, как трудно было придумать название для коллектива. И однажды ночью ей приснился сон, что ансамбль должен называться именно «Поверье». И нам бы хотелось пожелать, чтобы все добрые и хорошие сны воплощались в добрые, реальные и хорошие дела. Это от души. Ну, а мы поздравляем коллектив «Поверье», желаем крепчайшего здоровья, процветания и неиссякаемой творческой мысли. Храни вас Бог! Подарить бы мы хотели символ гостеприимства,
раз символ дружбы, символ домашнего уюта. Пожалуйста, внесите подарок для вас. Юля, я попрошу тебя. А сапогов будет в коллективе много, а 6 штук. Будет чем раздуть. Спасибо. Ну что, а теперь донской романс? Да, думаю, чтобы седой первый ряд уже расслабился. Спрячьте, пожалуйста, шашки, братцы. Споем лирические песни и, конечно, без донского романса никак. Не для меня придет весна. Поехали. Выступал Московский казачий хор, и по традиции мы вручаем им памятный диплом.
Спасибо, ребята. Такое счастье, когда друзья сотворчествуют, дарят такие замечательные подарки. Дай Бог вам здоровья. Много лет. А теперь скажу вам без утайки, не могу без балалайки. А когда на ней играет виртуоз, то по коже мороз и лицо мокрое от слез. И вот Калинин Дима не прошел мимо. Поприветствуем Димку, потому что он спит с балалайкой в обнимку. Огромное спасибо Диме. Спасибо Диме за то, что он прям с самолета прям к нам на сцену и зашел. С парашютом на сцену сюда запрыгнул. Вот, мы счастливы были в Соликарде сотворчествовать и не смогли расстаться просто так. Во-первых, я вообще как благодарен Богу и жизни, что он состыковывает меня с такими людьми. Началось в Саратовской консерватории. Фольклорное отделение РНХА, и потом группа после 11, и потом постоянно вот формат общения с такими людьми, как вы, девчонки, мальчишки, это такое наслаждение. И вот этот Соликамскский, можно назвать, трик, там, что там было, вообще сногсшибательное. Поэтому я рад, что я являюсь вашим другом, поэтому всегда мои три стороны для вас. Что-нибудь сейчас это забабахнем? Как всегда, у нас сегодня полно дебютов, и сейчас для вас, девушки, парни, исполнят песню, которая только первый раз прозвучит сегодня и сейчас. Пожалуйста, ансамбль «Поверье» на сцену. Сделаем.
была подарена нам на 5-летие Вениамином из Московского казачьего хора. У нас аранжировочка. Музыку написал Катрич Дмитрий, а слова губернии Аланец. Исполняется таким составом впервые. Спасибо. Ну, как бы, так как знаком немножко с фольклором со стороны, поэтому в своем творчестве пытаюсь находить взаимосвязи, и вообще как бы целая программа есть, потому что вообще вся музыка на планете, она все-таки пошла от наших корней. Вот. Вот. И поэтому у меня есть такой маленький, как сказать, отрывок программы, называемый «Инструментальные разоблачения». Вот, потому что мы-то гордимся своими корнями, своей страной и все, что у нас происходит. А некоторые товарищи, которые живут за границей, поют, пишут, почему-то стесняются своих корней. И об этом не говорят. Я пытаюсь посредством инструмента это доказать. Маленький отрывок из этого безбашенного как бы действия я для вас сейчас приготовлю. Значит, первый товарищ живет в Лондоне, или я не знаю, где, адреса точно не знаю, зовут его Стинг, поет песни замечательные, у него есть замечательная песенка про то, как он одиноко ходил по Нью-Йорку, но все-таки по московским улицам он ходил. Попробуем. Thank you.
Спасибо. Вот что стесняться, не понимаю. Вот. Ну а следующий товарищ живет в Америке. Замечательный музыкант, просто рок-н-роллер, можно сказать. Но к его, как бы, счастью, когда он выступал на День города Москвы на Лубянке со своими ребятами, он на пресс-конференции сказал, что в детстве на балалайке он играл. Стивен Тайлор, группа Aerosmith, специально для сидящих здесь. Поехали! Стенька Разин по-американски. Член Союза композиторов все регалии Шуров Михаил Вячеслав Михайлович. Вячеслав Михайлович, уже все с утра. Давайте похлопаем, он вон там вот сидит.
какие-то нас скромненько. Представьте, пожалуйста, Вячеслав Михайлович. Академик Республиканской академии художественного образования, профессор, кандидат физических наук. Куприянова Лидия Леонидовна, ваши аплодисменты. Вот она. Вице-президент Российского национального комитета Европейской фольклорной организации, заведующий сектором хореографии ГРЦРФ, профессор МГИК, заслуженный работник культуры РФ, Шилин Алексей Иванович! Профессор Российской академии музыки имени Гнесина, Царегородцев, Владимир Андреевич! Вот, он здесь. И доктор искусств Международной академии наук Сан-Марино, профессор МГИК, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Владимирович Баки. Вот, видите, здорово. И еще одна подпись не буду озвучивать, потому что время не дремя. Надеюсь, вот кого я озвучила, сейчас нас не побьют. Теперь скажу, друзья, здесь без камеру нельзя. Ведь слышу смех всегда народ, народия, когда звучит она, пародия. Ох, весь интернет облетели наши кавера. Ну, простите за баловство, вот шутники мы такие, песни, которые... Хотелось переделать по-русски. Мы это, по-моему, сделали. Ну что, начнем? Танцуют все! Не, не все, не видно пока. Ну что, готовы? На балалайчику, да? Ну что, вы готовы? Баба Таня плачет, в которой раз она роняет речку мячик.
гости специально из Орла приехали. Ребят, воспользуйтесь свободным пространством, потанцуйте от души и до Орла донесите, как тут жарко. Давайте поаплодируем специально ехала группа из Орла. Спасибо большое. Ну что, поехали! Подходящий момент подстроить инструмент. От тепла сердец расстроюсь в конец. Вот все такие у нас. Расплылись, я бы сказала. Расстеглись. Да ладно, по фольклору не темперировано. Поехали! Bye.
И предоставляем место нашему ведущему Михаил Емельянов, потомственный казак с Хапрат, с Волгограда. И, конечно, вы помните все эту легендарную песню, конечно, наверное, в исполнении группы «Баба Яга», где как раз Михаил Емельянов запевает какую песню? Правильно! Thank you.
почетный диплом фестиваля вручается Михаилу Емельянову, нашему ведущему, автору текста «Подвода». Мы благодарим всех участников и приглашаем на общее фото. Оставайтесь на сцене, сидеть, стоять, давайте. А мы всех поздравляем, счастья, радости желаем с таким, мне кажется, хорошим фестивалем. Спасибо, что пришли. Здесь в зале самые близкие, самые любимые, самые преданные наши друзья. До свидания, до новых встреч!